Пока студенты сдают сессию, жизнь в Казанском федеральном университете продолжает играть яркими красками. Это новый выпуск «Универ News». С вами Кристина Зейдинова, и мы начинаем. Ильшат Гафуров ответил на волнующие вопросы молодых ученых и вручил сертификаты победителям конкурса на соискание стимулирующей выплаты. Смотрите телевизор до потери пульта. Казанские школьники станут репортерами. 12 января в Москве ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с министром образования Российской Федерации Ольгой Васильевой. Основными вопросами встречи стало развитие медицинского кластера, в частности университетской клиники и опытная фармацевтическая производство. Кроме того, обсудили вопросы подготовки педагогических кадров и ремонт студенческих общежитий. А мы продолжаем. 11 января в КФУ состоялась традиционная встреча ректора с молодыми учеными. Ильшат Гафуров ответил на волнующие их вопросы и вручил сертификаты победителям конкурса на соискание стимулирующей выплаты. О том, как это было, смотри в следующем сюжете. 11 января ректор КФУ Ильшат Гафуров провел традиционную встречу с представителями Ассоциации молодых ученых Казанского университета. В формате прямого диалога начинающие научные деятели смогли обсудить с главой университета самые актуальные вопросы. В новом году у нас достаточно большие ожидания, независимо от того, как складывается, будет финансовое состояние в целом по экономике страны, поскольку мы сами за последние несколько лет все-таки сумели создать неплохой фундамент, опираясь на который мы можем развиваться. Стоит отметить, что ранее среди молодых ученых был проведен опрос, в котором они выразили свое мнение относительно университетского сообщества. Острой проблемой, по их мнению, считается вопрос сменяемости поколений, причем как в рамках академического сообщества университета в целом, так и его молодой части. Остро стоит необходимость привлечения новых кадров. Сегодня собрались молодые ученые, которые в прошлом году и вообще активно участвуют в научной деятельности, образовательной деятельности, в инновационной. Это те новые ребята, новые лица. Это вот те самые яркие из 1300 молодых специалистов, которые работают в университете. Решать эту проблему нужно, приглядываясь к талантливым ребятам еще со студенчества, привлекая молодых и талантливых к работе над крупными и перспективными проектами. Одним из главных плюсов для молодого и в целом университетского сообщества станет то, что с этого года КФУ начнет самостоятельно присваивать ученые степени. Коснувшись вопроса заработных плат, ректор подчеркнул, что плановое повышение базовой оплаты университета увидит уже в текущем январе. Вопросы, связанные со ставками, их надо связать друг с другом. Поскольку, когда есть проекты, ставку мы найдем. Потому что проект подразумевает генерацию ресурсов. Может быть, не сразу, не в первый год, так же, как стартап. Если в стартапе видны какие-то проблески, да, понятно, можно и венчурный капитал, там, бизнес-ангел, как угодно. Ну, то есть, находятся какие-то рисковые деньги. По традиции, одной из главных частей мероприятия стало вручение сертификатов победителям конкурса на соискание, стимулирующей выплаты молодым ученым. В этом году ее получили 14 человек, а также наградили почетными грамотами исследователей, добившихся наиболее заметных успехов в 2017 году. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. Ознакомиться с профессией телевизионного журналиста может любой учащийся школы из Татарстана. Для этого существует школа Казанского федерального университета «Олимп». Что прошли нынешние ученики школы за свой курс, вы узнаете в сюжете Артема Тупичкина. Высшая школа журналистики Казанского федерального университета уже второй год ведет работу зимней школы «Олимп». Она направлена на ознакомление школьников с телевидением. 12 декабря будущие журналисты заканчивают курсы школы. Школьникам прочитали лекции преподаватели Высшей школы журналистики Казанского федерального университета, чтобы ввести их в профессию журналиста. Также для них были проведены мастер-классы от работающих телевизионщиков. Самым интересным для ребят стали практические занятия. Я получил колоссальный опыт. Это просто... ну, неописуемо то, что я побывал в студии, впервые записал голос на радио, вел новости. Большинство из них планируют стать студентами Казанского федерального университета, а далее выбрать дорогу телевидения. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.
Существует утверждение, что курица недостойна называться птицей. Летать она может лишь с пинка своего хозяина. Но ученые убеждены, что курица – успешно эволюционировавшая птица на планете. Она продуктивна и неприхотлива к еде и условиям обитания. К тому же она приходится по вкусу человеку. Более того, полученные нашими учеными новые геномные данные говорят о схожести развития эмбриона курицы с человеческим. О подробностях данного проекта расскажет Аделя Шамилова. Университетские ученые сделали новый шаг навстречу к малоизученной теме гибернации. Стоит принять к сведению, что гибернация – это остановка формообразовательных процессов в организме, чем-то схожая с зимней спячкой. На сегодняшний день для основательного изучения гибернации науке не хватает данных по эмбриональному развитию. И вот совместно с коллегами из Японского института Рикен наши ученые получили новейшие данные об эмбриональном развитии. Только лишь в эксперименте участвовал отнюдь не человеческий эмбрион. Оно и понятно, по этическим причинам такая возможность не предоставляется. А вот изучить ближайший организм, который подходит на эту роль, запросто. По мнению ученых, им является обыкновенная домашняя курица. В общем, наш проект посвящен курице и ее эмбриональному развитию. Это часть большого проекта «Фантом» в институте Рикен в Йокогаме, который занимается аннотацией геномов млекопитающих. Ученые убеждены, что птенцы курицы способны останавливать свое развитие при понижении температуры и возобновлять его при возвращении к температурной норме. Когда курица уходит с насеста, эмбрионы перестают развиваться до того момента, пока температура опять не поднимется до нормы. Это очень консервативный достаточно механизм. И если какие-то гены участвуют в этом процессе у курицы, то с большой вероятностью они будут участвовать и у человека. Гибернация у цыплят – это, конечно, не настолько экстремальное состояние, как ангидробиоз, но такой механизм может быть проще адаптирован к тканям и клеткам человека. Так что определение ключевых молекулярных компонентов регуляции этого процесса станет достойным продолжением такой работы. Аделя Шамилова, Универньюз. Экологические проблемы – это очень серьезная тема, на которую обычно поздно обращают внимание. Одной из причин вреда окружающей среде – это накопление и сжигание мусора. Станет ли Россия переходить на менее вредное отходное производство? Ответ на этот вопрос ты узнаешь в сюжете Олега Кашина. Россия планирует перестать накапливать бытовой мусор. Соответствующий закон был подписан 31 декабря президентом России Владимиром Путиным. Закон о раздельном сборе мусора устанавливает понятие сбора и накопления отходов, а также обязует местную власть регулировать с гражданами расположение мусоросжигательных заводов и сортировочных станций. Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской решил стимулировать граждан страны к сортировке мусора. По его словам, нужно заваривать мусоропроводы в многоэтажных домах, а жители домов проверять на законопослушность при помощи камер видеонаблюдения. Я думаю, что ничего хорошего нет в политике чисто кнута. Да? То есть это должно быть грамотное, особенно с российским менталитетом, если человек просто что-то заставляет, он будет действовать от противного. Начать сортировать мусор – это только половина дела. Чтобы избежать пагубных последствий для окружающей среды, необходимо перерабатывать мусор или сжигать на специальных заводах. Если мусоросжигающий завод построен грамотно, по современной технологии, если завод оснащен всеми необходимыми фильтрами, то в этом случае завод никакой опасности представлять не будет. Он будет снижать количество отходов, но поскольку в отходах есть органическая часть, ее можно, мое мнение, использовать более полезно, чем сжигать и чем размещать на полигонах. Экологи России всерьез занимаются этой темой. Ученые и студенты Института экологии и природопользования Казанского федерального университета не исключение. Федеральный университет проводит исследования. У нас есть учебные курсы, которые посвящены переработке отходов в рамках бакалавриата и магистратуры. У нас студенты активно участвуют в проектах, например, «Зеленые вузы России», в частности, по отходам был «Эко-квест». Как изменится ситуация с бытовым мусором в России, можно будет увидеть совсем скоро. Олег Кашин, Универньюз. Это были все самые актуальные новости и интересные события. До встречи в следующих выпусках.